Здравствуйте, уважаемые друзья и участники нашего клуба. Сегодня хочу представить обзор советского истребителя Ла-5ФМ от фирмы «Звезда» в 72-м масштабе. Ла-5 – это одномоторный истребитель, созданный в 1942 году в городе Горьком. Самолет представлял собой одноместный моноплан цельнодеревянной конструкции с убирающимися шасси и закрытой кабиной. Первоначальное название Лак-5. Буквы FN в маркировке самолета обозначали форсированный непосредственно впрыска топлива. Новый самолет начал выпускаться и поступать в войска с марта 1943 года. Вооружение Ла-5 – это две пушки «Швак» с боезапасом по 200 снарядов на пушку. Приступим непосредственно к обзору. Ну, это 72-й масштаб, небольшая коробка, клей в комплекте. Сразу выпадает из коробки. Первое, что сразу скажу, литники у нас не в пакетике. Вот. Сразу бросается в глаза, что некоторые детали погнулись. Видно, как-то неудачно их укладывали. Так. Инструкция на русском и английском языках. Так. И варианты окраски. Декаль. Так, смотрим первый литник. На данном литнике присутствует небольшой облой. Так. Маленько подшкурить и нормально будет. Так. Забыл уточнить, что следы толкателей находятся внутри крыльев. Тут тоже везде. Далее. Следующий литник у нас. Ну, тут облой видно. Тут тоже немного. Следы толкателей внутри. И последний. Это наша кабина. Фонарь. Модель в 72-м масштабе, деталей в нем написано, как указано в коробке, 42 детали, длина 11,5 сантиметров. Думаю, много времени на нее не потратим. В группе буду выкладывать постройку данной модели. Спасибо за внимание. До следующих обзоров.